На цьому тижні ми вирішили вийти на вулиці міста, аби дізнатися у славутичан, які проблеми турбують пересічних жителів нашого міста, та на що саме представникам влади слід звернути свою увагу. Отже, серед головних проблем – медицина, відсутність робочих місць, недоліки в зовнішньому освітленні, відсутність гарячої води влітку та питання зайнятості населення, включаючи досуг дітей, підлітків та сімей. Є ли в нашому місті проблемы, на которые власти нужно обратить внимание? Это очень интересный вопрос. Я думаю, что у нас достаточно проблем в городе, на которые власти надо обратить внимание. Это и отсутствие досуга для детей среднего возраста, для подростков, скажем так, они неприкаянные ходят. Ну и плюс вот общий вид. Вот эти тротуары под названием велосипедные дорожки, на которые ездить реально невозможно. Ну, скажем, сейчас вот горячей воды нету уже целое лето. Уже не совсем хорошо. Ну, а больше... Хотелось бы, чтобы больше озеленяли, а не вырезали город. Ну, скажем, на ремонт дорог желательно больше денег выделять. Мягко говоря, неудачно у нас с этим дело. А, ну и самое главное, конечно, строительства у нас нет. Вот новых домов не строится. Города нет перспектив. Население разъезжается, уже плохо. Почему разъезжается, как вы думаете? Это связано с ситуацией в стране или конкретно в городе? Ну, если взять наш город, допустим, то это проблема отсутствия промышленности, занятости населения. Чернобыльская станция и все. Больше у нас нету ничего. Все остальное это так, мелочи. Ну, наверное, мало каких-то детских магазинов. Вот как мне, маме троих детей. Вот пойти с детьми где-то отдохнуть, там, чтобы они поигрались где-то, побегали, попрыгали. Вот, наверное, детских кафе нету. Одежда, там, обувь детская трудно найти в городе, как для меня. Бизнес уходит, средний бизнес. Все уезжают в город, в Чернигов, везут деньги туда, мебели заказывают, одежду покупают, все. А тут смотрим, все закрывается, средний бизнес закрывается. То есть, а мы понимаем, что молодежи надо где-то работать. Только осталась одна торговля, где-то устроиться на работу, это только магазины. Вот по поводу этого. А еще какие проблемы еще? Не, ну это не проблема, это просто вот смотришь, как ситуация какая слаживается для будущего города. Вообще. Вот что нету рабочих мест для молодежи и бизнес уходит. Проблема то, что у нас нету ни горячей воды, ни тепла, не убираются, гроши платим, а за что? А какой квартал? Белгородский 6. У нас вообще 10 лет не мывшие окна. Ни окна, ни двери, ни панели, ничего. Хай мэр слухает, за что мы платим гроши. На дороге, наверное, быстрее всего, потому что в некоторых, на некоторых участках просто даже и ходить, и ездить невозможно. А где, вот вы говорите, на некоторых участках, более конкретно? Ну, например, от железной дороги и до милиции, вот это между Черниговским кварталом. Там давно уже как бы, и вроде как ямочный ремонт был сделан, но все равно не до конца. Наверное, медсанчасть. Самое... А там все. Там и оплачивать неудобно. Тоже бегаешь, и там с карточкой, там без карточки, там наличная. Ну, я не знаю, и проблема у нас, ну, у меня вот такая проблема с болезнью. Врача у нас такого нет. Да. Нужно ехать в Киев, нужно ехать в Чернигов, не каждый может. А в повседневной жизни есть какие-то проблемы, которые хотелось бы, чтобы власти устранили города? Ну, у нас с освещением проблемы давно и постоянно. Если они где-то появилось, освещение, значит, в другом месте оно пропало. Почему-то у нас получается так. Конкретно вот для вас в каких местах вы обращали внимание, что света не хватает или его вообще нет? Ой, я как-то ходила туда в сторону Черниговского, там вообще очень проблемно, очень сложно. Там можно сломать ноги. Вот. Ну, а так проблем много, просто все сразу же не ухватишь. Тут одни проблемы кругом. Ну, например. Да, чёрки. Да.
тут проблема, так же появився цей президент клоун. Це саме проблема, якої світ не бачив. Чудака якось поставили. Накрути так, що буде нам тут. Ще завсміхаємося на кухні, в кого вони є. А ну так буває, йдеш, видиш якусь проблему, а зараз так і думаю, що зараз переходи поділи. Для нас, мам з колясками, проблема – це дороги. Дороги не автомобільні, а от зараз, в принципі, нормально все. Ну, є такі ямки, де-то заїзди, трясеш цією коляскою. Ну, чисто в цьому плані, іменно. А навіть я не знаю. Еще бы, конечно, хотелось бы больше таких кружков для маленьких деток. У нас вот один, мы не попали, даже в очередь не попали. Вот 3+, 4+, в принципе, все кружки там вот сейчас, наверное, 5 лет. Вот я уже куда-то хотела водить, а у нас только один, а детей куча, поэтому мы не успели туда записаться. Медицина тоже, это проблемы, смотрю, будут, хотят, наверное, закрыть больницу. Ну, то есть не то, что закрыть, а сократить койки, и тоже люди куда ехать, тоже за обследоваться, там ехать тоже в Чернигов. Получается. Вода. Горячая. Ага. Тариф или качество воды? Это отсутствие. Ага. И нет. Отопление. Не, у меня лет, у меня обогреватель стоит, мне все равно. Угу. Но это он у кого-то не стоит. Ну и сейчас уже детей надо мыть в садиках, в школах. Это ж ненормально. Город 21 века, это неправильно. Согласны? Ну да. Ну а остальные проблемы? Проблемы в государстве, а не в городе. Отсюда и проблемы в городе. Медицинское. Отсутствие доступа к педиатру и к другим узким специалистам. Ну, меня интересует именно... Насчет ребенка, детей. В наших старых дворах уже ж прошло много времени. Вот. Желательно поменять плиточку. Уж больно она вся износилась. Вот. А так, город прекрасный. Я его очень люблю. А в ваших дворах где конкретно? Ну, этот Тбилисский. Это мой район, так сказать. Особисто мене турбує проблема, куди подіться нашому підростаючому поколінню. Ну, тобто, старша ланка школярів, їм зараз нема де, крім молодіжної ради, нема де збиратися, нема як відпочивати так культурно, організовано. Я б хотіла, щоб цим питанням займалися. Какие проблемы в городе вообще существуют, как, которые беспокоят вас, как жителя или как работника медицины? Не хватает специалистов у нас в городе. Очень мало узких специалистов, которые действительно нужны людям. Это что касается медицины. А повседневной жизни какие проблемы? С которыми вы сталкивались или нету проблем? Ну, даже не знаю. Мне только специалистов не хватает. Поставили эти щиты металлические. Ветер дует, и вообще-то, ну, настолько портит наш город все щиты. Я у него тогда спросила, он говорит, ну, пока года на три, так вот, я уже жду, загибаю пальцы, год, два, три, четыре, пять, сколько они будут стоять. Деньги они приносят, конечно, эти рекламы. Вот идешь и смотришь, думаешь, ну, зачем они нужны, вот кому что надо, он это так найдет, он и так будет знать. Понятно, это вот какие-то деньги идут, я да? Не знаю, я положительно к счетам отношусь. Я нет, ну, я да, нет. Не, надо реклама, смотря что-то на их, что рекламируют. Понимаете, дело в том, что другой раз рекламируют такое, да. Что это. Ножки, но это буша, вот современ... эти, да, и все прочее. Ну, да, без, там, ну, в современном мире, и это, наверное, нет, без рекламы никуда. Никуда я, это... я против вот этих вот металлических, когда ветер дует, я смотрю иногда, думаю, ну вот сейчас завалится, и на кого-нибудь упадет этот металлический. Ну, ты видела там вот огромный? Это в одном месте, в другом месте. Меня лично это всегда затрагивает. Я потому что хожу там. Постоянно, и когда это вот срывают эти листы так неаккуратно, то вообще ничего нету. И вот в центре у нас вот такое безобразие находится. Вроде там где-то подкрашивают дома. У нас там дальше вообще 30 лет еще не было ремонта. Где? Тбилисский квартал, номер 6.
Да, вот, мы ждем, думаем, может быть, в этом году. Потому что тут в основном, если какие гости приезжают, они проезжают по центральной улице, оттуда дальше. Вот, там вот красота эта уже не видна. На які проблеми в місті ви найчастіше звертаєте вашу увагу? Вчора їхала із Чернігова, таксі взяла і їхала по городу. Темніше, очі повікали. От. Площадь, посмотрите, какая. Ужас. Такого я ще не бачила ні при одному мірі, як при нашому нинішньому. Ну, я навіть не можу сказати. Вроде все хорошо, все спокійно. Спокійно, красиво. Вот все облагораженное, смотрю, так все время траву выкашивают. Ну, цветы, вот, сами посмотрите. Нам нравится город, все мы живем здесь. Все в порядке, да? Все в порядке. Все в порядке. Криминальная обстановка у нас нормальная. Можно и вечером ходить, и праздники, если нету такого особого, как в других городах. Медицина, наверное, отсутствие специалистов, особенно узких. Это, наверное, самая главная проблема вообще для всех, а для населения, скажем, работоспособного возраста, то, наверное, отсутствие работы. Это две самых больших проблемы. А все остальные, наверное, проистекают из этого уже, там и рост преступности, случай, участившийся за последнее время, это, я думаю, это уже как бы последствия, вот. Отсутствие работы, ну а медицина, она важна и для пенсионеров, и для детей, поэтому это, я думаю, прежде всего касается абсолютно всех. Вот две самые большие проблемы, я так считаю. Чистый город, очень аккуратный, но хотелось бы, конечно, чтобы вывозили мусор, чтобы он не стоял. Хотелось, ну, у нас вообще прекрасный город, тихий, спокойный, и, мне кажется, самый лучший, самый молодой, самый красивый, потому что я сюда приехала и разом росла с ним. Прекрасный город, тут родились у меня детки. Ну, конечно, в городе хватает проблем. Мало цветов, дуже мало. Если Припять весь эту паву в розах, то зараз почти не сажают цветов. Вообще это самое, конечно, насаживают деревья, это прекрасно. Есть вот цветы, конечно, но это тоже прекрасно, но их очень мало. Потому что маме с детками гулять хочется просто вот так, на солнышке посидеть, поулыбаться хорошему дню. Так, конечно, город прекрасно зараз восстанавливается, детских площадок очень много стало, очень красиво, детки гуляют. Никто не думает, правда, про бездомных, ни котов, ни собак. Отож, місцевій владі є що взяти до уваги і з чим попрацювати.